Пускай так будет. Пускай так и будет. Дай сигарету. Он говорит, на ней 10 тысяч. Кто? И говорит, пускай так будет, блин, слышь. И это самое. Дал 10 рублей. Дал 10 рублей. И говорит, 10 тысяч на карточке лежит. На какой? А я подошел к прокурору. Подошел к прокурору, он говорит, пин-код должен быть. Ты знаешь, да? Вот кто дал, он знает, наверное. Ну да. А что же он тебе не сказал его? Нет. Пойдем 10 тысяч снимешь, а я тебе 5 тысяч дам. А где же я сниму? А в Сбербанке. Откуда вы? А вот на карточке. А это же чужая карточка, Владимир Иванович. Где? Там пароль должен быть. Чего же они тебе его не сказали? Это шутнички очередные. Пошутили, а? Пошутили так. А? А где 10 тысяч взять? 10 тысяч? Да. Да где-нибудь возьмешь. Не знаю даже, Владимир Иванович. А ты что хотел? Ковичины взять. Вчера ж брал. Да. Знаешь пин-код? Откуда я его знаю? Вот кто дал, у него и спрашивай. Один он только знает. Короче, пускай так будет, пускай, да? Пускай так и будет, наверное, да. Ну, пойдем. Куда пойдем? Я пока никуда не пойду, Владимир Иванович. Машину жду. А придет? Через часок приедет. Кто? Робот. Ага. А ты куда тянешь? В Сбербанк. Тебе там не снимут ничего без пароля? Надо пароль знать, дядя Володь. Какой? Ну, какой он тебе сказал? Какой пароль? Он должен был сказать тебе пароль. Он сказал, пускай так будет. Ну, пускай так и будет тогда. Ничего ты там не снимешь, выкинь ее. Она негодная наверняка. Ты понял? А? Выкинь ее, Владимир Иванович, чтобы она тебе голову не забивала. Ну, дай 100 рублей. Ты еще никуда не ездил. Как выйду на линию, Владимир Иванович? Хотя сотка есть. Держи. На кофе? Ага. Пойдем кофе попьем. Я пока не пойду никуда. Пойдем. Как приедет Владимир Иванович, я пойдем подъеду. Кофе попьем. Не дай еще пока. 100 рублей. Пока нету. Пока иди пускай кофе так попей. Будет. Пускай так и будет. Кофе попей пока. А я потом подъеду. Короче, говорят опять. Я говорю, пускай так будет, блин, слышь. Пускай 10 тысяч будет, блин, слышь. Но их же снимать надо. Да их там нет наверняка. А? Наебал он, Владимир Иванович. Кто? Вот этот, кто карту тебе дал. Где? Так же нельзя, Сань. Наебал, Владимир Иванович. Так же нельзя. Кинь ему в морду ее, эту карточку. Как увидишь. Скажи, ты чё ж меня обманул? Скажи, так же нельзя, наверное. Ну ты чё, где будешь-то? Куда подъехать? К центральному. Туда подъеду. Когда? Через часок, около часа. Ну, мне домой надо идти. Ну, будь дома тогда. Подъедешь? Подъеду. Как машина приедет. Друзья, всем здорово были. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, все приветствуется. Канал у нас официальный, один в Ютубе, вот этот вот. Все остальные фейки, мошенники. Все самое свежее найдете только на нашем канале. Ну и пишите, кто с какого города, всегда приятно узнать.
быть добру.